Всем привет, ребятки, меня зовут Вячеслав, это канал Belly for Games, и мы продолжаем проходить игру Guild. А точнее, скорее всего, заканчиваем. Так, у нас с вами осталась последняя задача — найти Эмили и спасти ее. Она должна быть где-то в шахтах. А вот и вход. Куча пацанов. Куча пацанов, но пока что меня не палят. Так, минус один. Один телепортатор, другой просто дурачок. Давайте сначала вот этого. Так, понятно. Этот запали. Давайте тогда сначала вот этого. Да, замечательно. Батареечка села, но не проблема. Так, нет, проблема. Нет, оказывается, проблема. Так, а где я ее видел? Где-то по пути я ее заметил. Блин, вот не помню где. А, вот же. Вот же она, бери. Sweet. Но этот слепошар, и этот слепошар, и он совершенно ничего не видит, ничего не слышит. Ладно, минус еще один. Никаких проблем. Что нам нужно сделать. Окей, а куда это нас приведет? Все хорошо, Салли. Просто не смотри вниз. Так, и зачем? И зачем мы это сделали? А. Блин, ты сейчас бы спрыгнул. Эх, я ее раньше просто приметил, кнопочку, и думаю, зачем она нужна. А так бы спрыгнул ведь. Это что? Непонятно. Так, окей, но нам туда не надо, нам надо сюда сходить. Проверить, что здесь у нас такого. Да мы снова обошли. Видно аудиториум. Бляха, минус фонарик, серьезно? Ну и ладно, забирай, я не сдамся. Блин, вот и превьюшка, вот и превьюшечка была. И фонарик забрал. Огнетушитель остался. А фонарик забрал, ну и ладно. Ага, нам нужно привезти какую-то вагонетку. Судя по всему, ладно, а где ее взять? Где ее взять? А, вот стоит. Но это не те.
Понятно, а теперь я его убить же не смогу. Эх. Тогда лучше просто не попадаться им на глаза. Так, нам нужно провести сюда. Окей. Почти. Да. А, еще второе место есть. Блин. Так она всего одна. Интересно. А, вот так. Нет. Эх, блин. Ну окей, допустим. Допустим. Допускаем. Так, что-то не получается. А, вот. Отлично. И что это нам дало? Что это нам дало, пока что не ясно. Ага, хорошо, это нам дало питание от лифта. Блин, их стало еще больше, еще один приперся. Еще один пришел. Ну, придется тогда прятаться от них. Делать нечего. Делать нечего. Так, что вот это за проход? Он меня увидел. Но мне как-то пока что... А, сюда я не могу. Бля, отвали. Ладно, давайте залезем наверх, спрячемся, подождем, пока они про нас забудут. Блин, вот это бред, конечно. Вот это бред. Блин, забрал фонарик и теперь вообще только прятаться. Да, это печально. Ведь и не побегаешь. Так, ну один всегда стоит спиной. Один всегда стоит спиной. А этот, возможно, за вагонеткой меня даже и не заметит. Ну да, смотрите, ему насрать. Ему насрать. Так, ладно. Дальше никак. Тогда поворачиваем вот этот рычаг. Окей. Завозим сюда вагонетку. Завозим вагонетку, поворачиваем еще раз. Блин, ну да. Это не очень сложно, но напряжно. Но напряжно. Так, ладно. Окей. Ждем. Ждем. Так, хорошо. И поворачиваем. И снова ждем. Получилось. Да, блин, ну странные, конечно, условности. Эту решетку, забор этот можно было перемахнуть только так. Очень легко можно было перемахнуть. Полезная вещь. Так, еще одна. А, эту просто отодвинуть. Ладно, тогда без проблем.
Вот она. Я почти у цели. Эмили, держись. Я иду. Я думала, что ты скучаешь по старым друзьям. По каким друзьям? У нее друзей там и не было совсем. Ты что, глупая? Эмили, ты правда так сильно страдала? Ты поэтому здесь оказалась? Ну, доходит постепенно, конечно. Но много времени это у нее заняло. Так, ладно. А где оказались мы? Блин, а что было бы, если бы он у нас огнетушитель забрал? Было бы все совсем очень печально. Есть содовая, только зачем она нам нужна, непонятно. Возможно, нажать на какую-то кнопку. Так, тут ничего. Тут ингалятор. А вот и кнопка. Ты помочь хочешь? Ну давай. Стоит. Yes! Да. Так, сейчас не понял. А, можно пройти. Ну тогда ладно. Я никогда не смеялась над Эмили. Но я и не мешала другим. Когда она пропала, я искала ее каждый день. Но нужно было помочь ей раньше. Нужно найти ее и извиниться за все. Так, это какие-то шахтеры, переодевалка шахтеров. Судя по всему, а карта большая вообще? Ну, карта не особо большая. Так, это что такое? План переноса Беттлвуда? Старый Беттлвуд? Новый Беттлвуд? Сколько же ей лет? Я даже не знала, что Беттлвудов было два. Два города. Так вот, что я увидела в телескоп. Ничего. Ничего. Так, нужно подать питание. Вот еще одна головоломка. Блин, они с каждым разом становятся все сложнее и сложнее. Эх. Так, пойдем тогда через верх. Каким-то непонятным образом. Вот так. Ну, примерно, только мы ее замыкаем. Блин, так пипец какой-то. Это не крутится. Тогда она нам не нужна. Как подать напряжение вот сюда? Это тоже не крутится. Блин, вот это да. Ага. Так, и дальше что? И дальше что, непонятно. Блин. Серьезно? Вы серьезно сейчас? Самая большая проблема — это подать напряжение на вот эту дальнюю.
Непонятно, как это сделать. Так, эта цепь замыкается. Здесь ничего не крутится. Здесь тоже. Ну тогда нам надо как-то придумать обходной путь. Значит, через эту. Значит, придется через эту. Как-то вот так, что ли? Блин, непонятно. Эх, чё. Я решу загадку и вырежу это. Чтоб долго не возиться. Вот оно что получилось. Не слишком долго я возился, но... Все-таки, наверное, вырежу. Электричество подали. Nothing. Ничего. No. Угу. Ну окей. Понятно, снова нам нужна вагонетка. Так, очень много пара. Очень много пара. Поехали. Блин, опусти лифт. Окей, а зачем нужна вагонетка? И что? Почему не поднимается? God. Так, ну окей, блин, а где же Эмили все-таки? Где же Эмили? 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 Я не позволю тебе anymore. Страдать. Almost there, Emily. Я рядом. Just wait for me. Потерпи немного. Эх, чё, хоть бы в эту серию уложиться-то. Так, ладно, против них у нас оружие есть. Могли бы тут, конечно, пройти. Я не буду даже пытаться скрытно это делать. Ведь у нас есть огнетушитель. Кто это такой? Да блять, ну куда ты? Держи крепче, ну все, конец. Я была так близко. Ничего, найду другой путь. Ну нет. Твою ж мать. Все позабирали. Все позабирали, оставили с голой попой, как говорится. Печально. Блин, ну теперь не заморозить, теперь не убить, теперь совершенно ничего. Но тут бежать. Тут бежать и по-другому никак. Тут только бежать. Я уже вижу куда.
Вижу, куда, нет. Не поймаете, не поймаете. Отвали. Да отвали ты, блин, задолбал. Настырные, как я не знаю кто. Как мухи. Эмили. Пожалуйста. Помоги мне. Конечно, я помогу. Нет, Эмили, беги, беги. Блин, а я не туда-то побежал. Я-то не туда побежал. Все, конец. Очень неудобно. Нам показывают вид, как будто бы из его пасти. А это неудобно. Да бляха! Ну конечно. Ну конечно. Это невозможно. Третья попытка. Run, Emily! Run! Нужно бежать за Эмили. Примерно на одном уровне с ней. И тогда все будет хорошо. Она знает, куда бежать. Ну неплохо идем. Так, далеко нам еще? А вот и ворота, которые нам открыл мужик. Зеленые. А мы обратно в школу выбежали? Так, это хорошо, это мы обратно в школе. Тут нас может защитить мужик. Станция! Эмили, быстрее, времени мало. Салли, когда ты пришла сюда, то оставила дверь открытой. Но вернуться через нее сможет только один человек. Ты знаешь правила, Салли. Проезд без билета запрещен. Что? Нет. После всего, что мы прошли, уедет только одна из нас? Салли, ты знаешь, почему ты здесь? Отдай Эмили свой билет. Исправь все. Быстрее. Только одна из нас может воспользоваться билетом. Что же мне делать? Принять решение. Если я отдам ей билет, то сама застряну здесь. Ну давайте отдадим. Давайте отдадим. Да, второго-то билетика у нас нет. Ну а по-другому кошмар не закончится. Прости меня, Эмили. Прости за все. Я должна была быть с тобой все это время. Я оставила тебя одну. Я даже не представляла, через что тебе пришлось пройти. Когда ты пропала, я искала тебя, потому что... не могла простить себе этого. Здесь я тебя одну не оставлю. Нет, Салли, не надо, пожалуйста, не делай этого. Хотела бы я быть для тебя лучшей сестрой. Я тебя люблю. Ну, мы просто останемся здесь, а все монстры исчезнут. Или она тоже исчезнет? Блин, а чё она исчезла-то? А, она типа для нее исчезла? Чё-то я не совсем вдупляю.
Но по-другому-то мы не смогли бы избавиться от этого мира и спасти Эмили. А Салли теперь пропала. Блин, ну ладно. Получается, спасли одну и пожертвовали другой. А если бы у нас было два билетика, то, скорее всего, мы бы смогли выбраться оба. Оба, короче. Вот такая вот игрушка получилась примерно, ну, чуть-чуть не доходя до полчасика, ладно. Спасибо всем большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, залетайте в ТикТок, подписывайтесь в Инстаграм. Интересная игрушка, возможно, даже когда-нибудь в будущем будет продолжение, вторая часть я имею в виду. Всем спасибо большое за просмотр еще раз, всем увидимся, ребятушки, всем хорошего настроения, всем пока.